Портрет Дмитрия Кордона. Выполнила простым графическим карандашом. Здесь надо набрать больше тон, чтобы у него голова закрутилась как бы назад. Но и в то же время надо очень осторожно, потому что будет такое ощущение, как будто бы у него выросли волосы. Так что в этом есть такая небольшая сложность. Набираем тон. Закручиваем его голову. Создаем форму. Лицо выполнила маленькими штрихами. А уже одежду затушевываю, набирая тон. Интересно, как он будет выглядеть, если ему добавить прически. Нет, Дима, это не твой стиль. А вот эту... Тоже не то. А вот такая прическа. О, Дима, с шевелюрой. А вот такая. Вот так он выглядел бы с волосами. Да, Дима. Волосы мы тебе дорисовывать не будем. Оставайся таким, как ты есть.